К радости нас, создателей этого шоу, нас с удовольствием смотрит большинство горожан. И мы постараемся в будущем это удовольствие доставить вам еще больше. А вы нам можете в этом помочь. Каким образом? Да наведением порядка на дорогах, взаимовыручкой, внимательностью и вежливостью. Этому сейчас учат сотрудники ГИБДД, проводя воспитательную работу в школах. Согласитесь, дети куда более благодатный материал, нежели хамоватые владельцы джипов и одуревшие наездники газелей. Не все, конечно. Для снижения детского дорожно-транспортного травматизма мы работаем в тесном контакте с работниками ГИБДД, проводим различные мероприятия, викторины, конкурсы. Постоянное внимание работников ГАИ и наша работа с детьми, она помогает предотвратить и снизить травматизм ребят на улицах города. Впереди осенние каникулы, и поэтому в первую очередь я хотел бы обратиться к водителям. Дело в том, что на сегодняшний день дисциплина водителей оставляет желать лучшего, особенно те, которые недавно получили права. Но, как говорят, пока не ударишься, не поймешь. И многие водители действительно и превышение скорости есть тут, и есть моменты нарушения, как говорится, проезда пешеходного перехода, есть моменты, когда под красный сигнал светофора у нас едут. Поэтому я обращаюсь к водителям. Во-первых, с просьбой соблюдайте правила дорожного движения. И, во-вторых, в дневное время желательно, чтобы автомобили были включены ближний свет, был включен ближний свет фар, что сокращает дорожно-транспортные происшествия на 20-25%.